Привет! Ты смотришь афишу «Маховой 9». Мы поможем тебе в поиске интересных событий на эту неделю. В студии Лейла Даниш. Хочешь окунуться в атмосферу Нового года? 13 декабря стартует фестиваль «Путешествие в Рождество». Праздничные украшения появятся в Сокольниках, Филях, Кузьминках и других парках Москвы. По будням площадки будут работать с 11 до 22.00, а по выходным с 10 утра. Вся эта радость абсолютно бесплатна. Не умеешь кататься на коньках, но очень хочешь на каток? Тогда приходи хотя бы посмотреть на ледовые шоу. Весь декабрь их будут показывать в Ледовом театре на площади Революции. «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Снежный король» и другие ледовые шедевры. Поставил их сам Евгений Плющенко. Выступать будут известные фигуристы, так что сходить точно стоит. Тем более, что вход бесплатный. Только проверь дату и время выступления на сайте. Зима – это не только время коньков и лыж. Оказывается, каждую субботу в 9 утра в парке Горького ты можешь участвовать в забеге на 5 километров вдоль Москвы-реки. Конечно, бесплатно. А после забега участники угощаются чаем и сладостями. Обязательно регистрируйся и читай дополнительную информацию на сайте ParkRun. Знаешь ли ты, что сыр благотворно влияет на зрение, состояние кожи и ногтей? Кроме того, он помогает укрепить иммунитет. Еще больше о полезных свойствах разных сыров узнаешь на гастрономической ярмарке 6 и 7 декабря в квартале Фактория. Тебя научат правильно отбирать и использовать сыр в кулинарии. И обязательно дадут продегустировать. Вход свободный. На этом все. Это была афиша «Маховой 9». Твой проводник самых ярких событий недели. До следующего четверга.